Новый кубок, зеленый кубок. Ну что, поехали? А, подожди, у меня тут сундучок есть. Ух ты, 3000 монет. Спасибо. Монетки нам нужны. Все, едем. Опа, все, поехали, аккуратно. Монстр Трак, смотри какой. Интересный, фиолетового цвета. А куда вы летите, алло? Что-то я не пойму. Нет. Ребята. Тут должен я быть первым, а не вы. По крайней мере, первый этап должен быть у нас лидирующий. А там видно будет. Ого, фига. Давай, поехали. Вот здесь разгонимся, и вот у нас финиш. Монетка, смотри, не притянулась у нас монетка. Так, лидируем. Первое место у нас. Опа, ой-ой-ой, здесь опасно. Опа, а здесь мы хорошо сейчас разгонимся. Смотри, а ты, ты прикинь, они все на монстр-траках, у меня только машинка маленькая. А у них у всех огромные машины. Я не знаю, с чем это связано. Так, опа, тихо. Так, этот чувак, смотри, выбился в лидеры. Ё-моё. А что ж ты будешь делать? У меня еще и бензин заканчивается. Опа. О, нет! Это очень плохо. Разбились. Уже первое место мы. Под вопросом первое место. Ух ты, а как тут за... Не понял. Кто-то уже разбился. Так, бензик не хватает. Не хватает бензика нам. О, а бензик далеко. А доедем мы до бензика или нет? А, нифига не доехали. Ну что ж, третье место. Что, даже небольшой откат у меня произошел. А что у меня здесь? Вот это, что такое? А, кубок какой-то новый. И тачка. Скоро у нас будет тачка. Поехали. О. Нет, идеального старта не получилось, но ничего страшного. Опля. Нифига. Это что такое здесь? Водичка. Ну, это же, ребята, пляж. Я так понимаю. Тихо. Ё-моё, давай назад резко и вперед. Вот у нас первое место наше. Thank you. Так, первое место мы лидируем. Нормально. Опаля. Камни, аккуратно. Камни нужно аккуратненько на камнях. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, через воду придется ехать. Ай-я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 й, аккуратно. Сейчас бы я в лепешечку бы разбился. Так, что у нас там? Еще один, да, заезд. О, поехали. Ой-ой-ой-ой, водичка. Нормально. Здесь прыгаем. Бензик. Да ты чё? Бенз не взяли мы. Ну все, не доедем мы никуда без бензина. Да, к сожалению. А, к сожалению, бензинчик у нас не взялся. Не доедем мы. Четвертое место. А, это вот первое. Так, поехали. В городе. А, 42 тысячи у нас всего денег. А, будем зарабатывать денежки. Так, 2 километра нам нужно доехать, чтобы получить кубок. А вместе с кубком, ребята, мы получим еще монетки, которые нам пригодятся. Ой, осталось совсем чуть-чуть проехать. Тик, аккуратненько здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, нормально, все. Так, 42 тысячи у нас всего монет. Я смотрю, где они написаны. Написаны сверху. Так и будем ориентироваться.
Так, здесь надо аккуратненько, аккуратно. Проехали. О! Так, можно даже на одном колесе ездить. Тоже там какие-то плюшки даются. Деньги какие-то. Опа! Ё-моё, чуть не разбились. Так. О, на одном колесе, на одном колесе. Ах! Чуть не разбился. С этим одним колесом. Так, 1000 метров осталось, ребята. Доехать. А, еще немножечко совсем. И мы получим кубок. Ох ты, сколько монет я пропустил. Ну ладно, не страшно. Сюда, конечно, установить было бы неплохо. Магнитик. Оп. Так, это было опасное место. Мы его проехали. И резкий спуск вниз. О, давай, 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 давай. Я совсем забыл. Это у нас второе опасное место, где мы можем разбиться. Так, ну ничего страшного, в принципе. У нас получается 500 метров осталось. Ну, надеюсь, мы доедем. О, опля, отличненько, отличненько. Так, где у нас там, ребята, кубок? Так, здесь мы проезжаем. Во, сейчас будет рекордное время. 6 монеток нам дали. Так, ну где у нас кубочек? Кубок, кубок, кубок. Скоро мы доедем до кубка. Во, еще чуть-чуть осталось. 180 метров. Ой, 100 метров осталось, ребята. Сейчас мы получим, заберем кубок и получим денежку. А, вот здесь вот опасно. Опа, опасно, опасно. И вот здесь опасное место. Есть. Новый рекорд был. Все. Пошли у нас уже звездочки. Так, а здесь как нам быть? Как нам быть здесь? Ух ты, как сложно. Как сложно здесь. О, нет. Фух, чуть не перевернулись. Нормально. Мне нравится, что мы звезды получаем. Ух ты. Так, а вот и мешочек с деньгами. Пикс. Пикс. Есть. Так, мы не можем подняться. Ну давай, аккуратненько здесь проедем. Вот, спуск какой, смотри. Ох, и скоро, ребята, еще у нас денежки. Вот, спасибо. Бонус за расстояние 220 монет. Ой-ой-ой, сейчас буду двигаться, это канитель. И вторая, вторая тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, что-то у нас здесь не хватило скорости. Ах, разбились. Да. Новый рекорд. Так, звезды получили. А, лес. Давайте в лесу еще поедем. Фикс. Поехали. Уже 44 тысячи монет. Значит, там мы заработали где-то 1003. Может, 3,5. А, давайте здесь, может быть, рекорд побьем. Все возможно, что мы здесь побьем рекорд. Ага. Пикс. Пикс. Карапикс. Оп. Аккуратно. Вот, машинка у нас. Мы ее, кстати, прокачивали. Я помню, кучу денег отдавал за прокачку. О, на одном колесе, время в воздухе. Что-то у меня деньги, я смотрю, уменьшаются, не увеличиваются. 44 тысячи. Надо нам 60 тысяч монет, чтобы открыть... ну, как открыть? Да, купить машинку. Оп, аккуратно. Так, 500 метров, и мы выполним, ребята, рекордик для этой машины. Значит, там где-то что-то будет сложно. Раз мы в прошлый раз не смогли побить рекорд там. Значит, надо аккуратненько, внимательно ехать. Вот, где-то тут
будет сложность. Так, 280 метров. А где ж мы тут не проехали? Сейчас побьем рекорд. И начнем еще эти звездочки зарабатывать. Кстати, да-да-да-да-да-да-да. О, еще немножко. Есть. Вот и рекорд сейчас будем бить. Давай. Поднимайся. Нет, да ё-моё. Вон в чем проблема. Тихо. Давай еще раз попробуем покорить этот Эверест. О, еще чуть-чуть. Давай. Есть. Ну, давай, включайся на одном колесе. Вонючий случай. Да, тачку еще надо прокачивать. Еще конкретно прокачивать надо тачку.